Добрый день, дорогие друзья, с вами снова я, Санджи. Сегодня мы продолжаем прохождение карты Хронокалипс. Ладно, не будем тянуть челам, поэтому переходим к видео. Ну, данный выпуск начался с того, что я достроил свой дом. Итак, мой дом практически готов, а еще, как вы видели, один зомби убил мою собачку. Круто. Ладно. Так, пока что я съем курицу. Потолок я сделаю чуть-чуть позже, так как для потолка мне нужна медь, а для меди печка. В печке плавить слишком долго, чтобы это не было слишком долго, и чтобы это время можно было легко скоротать, мне понадобится автопечка. Для автопечки воронка, для воронка железа. А значит, мы отправляемся в поиски железа. Еще в этом выпуске я хотел бы попутешествовать и попытаться найти деревню, поэтому сейчас я укладываю все вещи в сундук. И собираюсь в путешествие, ну и заодно на охоту, ну и заодно на другие дела. Так, с досок у меня еще вполне, делаем еще сундуки. Да, в каждом выпуске по сундуку у нас теперь будет в этой рубрике. Как вам такая идея? Кладем сюда оставшиеся вещи. Так, ну, мне понравится лопата. Берем инструментики. На всякий случай, если я вдруг найду где-то железо. Также скрафчу сейчас новый меч. Немного еды. На всякий случай. Да, вот столько хватит. Так, это мясо я беру, ставлю вот сюда, на пережарку. Далее крафтим себе меч, надеваем броню и можно идти. Так, ладно, я возьму всю говядину лучше. Я все равно ее не потеряю в путешествии. Такс, палки. Немного камешка. И делаем себе новые два меча на всякий случай. Еще запасную кирку. Это я кладу сюда, это я кладу сюда. Все, можно выдвигаться. Из брони у меня... Ну, вы сами прекрасно знаете, что у меня из брони, поэтому выдвигаемся. Так, ну в какой стране может быть деревня? Ну, например, можно... Например... Вон туда. Да, данный выпуск я хочу посетить путешествие. Во время путешествия также... Планирую добыть больше еды. Поэтому что ж, отправляемся. Так, я уже долгое время в пути. Ай, стоп. Что это так? Да, ну деревня. Ура, только мне сейчас не упасть. Ну и ладно, можно упасть в воду. О, деревня. О. Такс. 15 свеклы, понятно. Угу. Так, у тебя что? Тоже 15 свеклы. Ясно. А что здесь свекла-то такая ценная? Ладно. Так, посмотрим, что у нас есть в деревне. Ой, блин, тихо-тихо. Так, где там у них огороды? Мне бы сейчас собрать свеклу и выкупить ее. Ну, как я понял, у них тут только пшеница. Что довольно-таки печально. Меня даже сейчас не интересуют ни сундуки, меня интересует торговля с жителями. Ой. Я очень даже извиняюсь перед вами, господа жители. Так, у вас где-нибудь растет свекла, если вы ее торгуете? По-моему, они склонны дать отрицательный ответ. По-моему, нигде нету свеклы.
Блин, неужели мне придется выбивать из зомби? И зачем вам кровати, а? Я могу вообще спать? Ой, зачем я это сделал? Ой, ну ладно, все, просто сломаю и нет проблем. Так, добрый день, что у вас в продаже? Опа, уголь. Так, надо бы мне запомнить координаты этой деревни, или же, возможно, даже переехать сюда. Ну ладно. Ладно, хорошо, раз уж тут нету ничего полезного, сейчас я восстановлю пару луков от скелетов. И, пожалуй, соберу урожай. Так, жители, я конфискую у вас данный урожай, изымаю. Для своих личных... О, здорово. О, пока. Для своих личных нужд. Так, надеюсь, вы... Да, блин, меня опять замедлило. Можно мне, пожалуйста, подвинуться? Прошу, умоляю. Блин. Так, все это у вас конфисковано. Это я у вас тоже конфискую. Также для своих личных нужд. Так, с этого мы конфискуем. Кстати, тут очень даже, кстати, была мотыга. Ладно, я мотыгу потом уже у себя на базе скрафчу. Надеюсь, что жители не обидятся на меня, если я возьму данные вещи их. Так, семена это... Господи, там зомби летает. Ладно, пусть летает, не буду ему мешать в этом деле. Так, я у вас конфискую это все дело. Ну, как сказать, конфискую просто. Так, где там семена? Ага. Мне семена бесполезны, так как пока что сельским хозяйством заниматься не планирую. А вот им не будут бесполезны. Поэтому засаживаем семена обратно. Прямо сейчас сюда-сюда. И также вот сюда засаживаем семена и сейчас продолжаем собирать их урожай. Присваивать себе. Надеюсь, что здесь поблизости не будет бегать жители, которые у меня сейчас его отберут. Так, арбузные семена мне ни к чему, поэтому их мы оставляем тут. Мне они вообще ни к чему. Ой-ой-ой, тихо, не забирайте, пожалуйста, мои вещи. Ну, как сказать, мои краденные вещи, да? Такс. Делайте поярче, пожалуйста. Прошу, спасибо. Такс, это также засаживаем. Арбуз мы также берем с собой. Свинью мы также, точнее мясо свиньи мы также берем с собой. И наконец-то решаем проблему с едой. Забираем абсолютно всю их морковь. Эй! Уф, блин. Странно, что он ничего не разрушил, но я вообще не жалуюсь, как я и сказал. Так, это тоже отбираем у них. Ускоренно отбираем арбуз. Также ускоренно засаживаем все тут. Такс. Так, ну это вам пригодится, в принципе. А еще самое главное, что пригодится мне. А, такс, хорошо. Сейчас мы порыскаем немного по домам. Посмотрим, что у них там есть. Самое главное, чтобы здесь была кузница, так как кузница самые ценные вещи. И что самое главное... Ладно, ну, голема убивать не буду, во всяком случае. Так он эту деревню будет защищать. Поэтому пока рано. Да и железо мне не так уж и важно. Нет, конечно, важно, но... убивать голема ради этого я не собираюсь. Ладно, хватаем бы собирать уже это. Я надеюсь, что в домах будут более полезные вещи. Опа, там есть кузница. Давай, давай, давай. Я даже топор сейчас возьму.
Не знаю, когда это связано с курицей, но ладно. Но вообще это связано с арбузами, так как я хочу их собрать. Так как также решим проблему с едой. Я бы мог еще приучить из кота. Но опять же рано, так как у меня рыбы нет. Всю я ее истратил. Ладно, это мы также забираем. Ага. Это также. Ну и, соответственно, это тоже. Так, сооружение больше не нужен, так как, в принципе, у меня хватает вполне. Так, с этого крипера на территории деревни... Ну ладно, он сам себе забрал. Что тут? Так, что это там за звуки, а? Голема бьют. Ну, походу. Ладно. Все, короче, мне вооружение нужно, мне пофиг. Что там хотел сказать? А, да. Идем сюда. Также забираем оттуда все вещи. Заодно кушаем продукты данной деревни. Ну, если что, мы потом сюда еще вернемся. Как они вообще там живут, а? Ладно. Вау. Как же... Ну ладно, хорошо, голем-то разбирайся с ними. А я пока соберу все их блага. Так, это тоже. И пауков тоже на территории данной деревни. Ну да, хорошая находка. Я даже на самом деле немного удивлен. Ну, честно говоря, тут такое чувство создавалось, что на этой карте как будто бы меньше деревень, так как... Как я помню, обычно Майнкрафт деревень встречается гораздо чаще, ну ладно. Это не имеет смысла, забегаем в кузницу, что у вас тут есть? Ес, железо! А, ну его мало, круто. Так, я походу все не утащу. Так, это мой подарок жителям. А что еще тут ненужное? Ну, шерсть вообще тут ненужная, по сути, поэтому мы ее оставляем и это утаскиваем. А, ну и знамя злодеян. Все это деревня захвачено злодеями. Здорово. Так, обыскиваем дальше дома. Обыск. Я тут был. Хара. Ой. Уйдите, пожалуйста. Да ладно. Странно, что его взрывы ничего не взрывают, но я не жалуюсь. Так что, бесполезно. А что, бесполезно? Ну, почти бесполезно, но немного полезно. Ну, компас, ну зачем мне компас? Хотя, ладно, возьму. Потом, может, для... Ладно, хорошо, потом пригодится. Ой, я ускорился, значит, ускоренно убегаем от зомби. И ускоренно бежим к тому домику. Тихо, главное, сейчас не умереть. Да, понятно. Я лечу, ура! Ура! Я лечу! Как-то странно это звучит, ну ладно. Что у нас там дальше по списку? Так, тут какие-то не... Ой, здравствуйте. Ну, слушайте. Мне пришлось сейчас убить, да. Добрый день, понятно. Так, куда бежите? Добрый день. Я это у вас конфи... Это у вас нечего конфисковать. Опа-на, это хорошая вещь, плавильная печь, на самом-то деле. Мне она нравится. Ладно, ждем теперь, когда у нее пропадет вот эта вот штуковинка. И забираем с собой плавильную печь. Ура, плавильная печь у меня. Отлично. Так, что там? А, это скелет. Так, я не знаю, как они там выживают. Ай! Ай! Бежать на все четыре стороны. Или три. Тут я был. Видимо, нет. Ну, одну из курток сбережем. Тоже пригодится. Тут у нас что?
ну только хлеб тут полезный, а фа... Хотя нет, факел тоже надо взять, а у меня нет места. Ай, ладно. Так, хорошо, идем далее. Так, ладно, надо отдать бой за... Крутой я бой дал. Ой. Ой. Ладно, сейчас мы... у меня есть честь у кровать. А вот и мое жилище. Забегаем. И ложимся спать. А теперь берем кучу нашей меди. Просто тут реально миллион меди. И кладем ее сюда, на переплавку. Ну, процесс пойдет заметно быстрее, согласитесь. Так, давайте сюда. И вот сюда. А еще пора бабзайтись. Собачка номер два. Такс. Курицу я убью. Такс. И пойду обзаведусь собачкой номер два. Ура, я нашел один живой экземпляр. Поэтому что ж, приручаем. Все, у меня новый друг. Дайте ему имя в комментариях. Ладно, друг, отправляемся домой. One hour later. Так, вот я и пришел домой. Медь мне почти допалась, поэтому я начну делать потолок, и на этом уже можно будет заканчивать выпуск. Такс. Немного меди. А, так, что у меня там есть в сундуке? 8 блоков меди. Прежде всего, создайте резная медь. Ага. Понятно. Ну, честно говоря, резная медь банально эстетичнее, поэтому я создаю ее. И начинаю делать потолок прям при вас. Так, все там переносим временно, вот все. Что вы тут делаете, господа? Скажите мне на милость. Так. Сейчас я на всякий случай возьму еду, чтобы ты не умер. Так, в атаку. В атаку на них. Так, молодец. Я забираю это. И кормлю тебя. Теперь мы заходим в дом. Берем медь в руки. Ставим ее вот сюда. Так, стой, 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 эй, так нельзя, куда ты побежал? Заходи в дом. Давай, все, молодец. Закрываю дверь. И теперь, дамы и господа, выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами снова был я, Санж. Всем до новых встреч. Пока.